Приветствую вас. Здесь ситуация, конечно, весьма неприятна. С этим нельзя поспорить. Вот, я полагаю, мы имеем дело с одной стороны с вашим чувством вины, да? То есть, ну, вы чувствуете себя виноватым перед этим человеком. А с другой стороны, вы, ну, наверное же, если так спилили, да, значит, наверное, были какие-то основания для этого, значит, наверное, вы что-то чувствовали, вы что-то ощущали, и вам что-то было важно для человека донести, вот только сделали вы это весьма и весьма, ну, можно сказать, разрушительно, да, потому что, может быть, не привыкли выражать свои чувства, а привыкли больше, ну, как бы делать что-то там условно для других людей. Вот. И тут вот не терпели, да, тут у вас вырвалось, условно говоря, вот. И в итоге получилось все вот так. В первую очередь, мне кажется, в этой ситуации необходимо заметить, как влияет на вас данный человек, какой он имеет для вас значение, не слишком ли большое значение он для вас имеет, в том смысле, что, ну, как он на вас влияет именно, да, вот, нет ли у него чрезмерного влияния на вас, вот, и, соответственно, вот, как вы обращаетесь со своими чувствами, вот, например, у вас есть гнев, пишете вы, причем гнев, вероятно, это уже чувство такое, достаточно выдревшее, вот, до этого, вероятно, было раздражение, которое вы подавляли в себе, не позволяя его проявить, вот. Вероятно, у вас есть страх обидеть человека, или вы как-то вот выстраиваете свои, ну, свои отношения с людьми, в том числе, не всегда в выигрышном для себя положении. Вы боитесь, что вас, например, бросят, вы боитесь, что вас, например, оттолкнут, вот, ну, может быть, такая история имеет место быть, может быть, я не знаю, повторюсь, я этого не знаю, это лишь только сейчас мои предположения. Вот, соответственно, со всем этим нужно разбираться. Нужно разобраться в принципе, как вы выстраиваете отношения с людьми, и уже после этого думать про извинения. Понимаете, в извинениях мало толку, мало проку, мало смысла, если это изменение из чувства вины и из желания, например, допустим, человека как-то вернуть. То есть, ну вот, вы боитесь, например, что он уйдет, к
к примеру, да, вы боитесь, к примеру, что человек предпочтет не быть больше с вами. И вот этот страх, он, как мне видится, далеко не лучший союзник в том, чтобы извиняться. Вот. Почему? Ну, потому что вы извиняетесь в таком случае для человека, но вы не извиняетесь в таком случае для самого себя. Вот. А более того, вы, получается, игнорируете самого себя, вот, вы игнорируете свои чувства, вот, вы игнорируете свои, свои ощущения, вы игнорируете свои желания, вот, и вы, по сути дела, не позволяете себе быть собой ради этого человека. И когда вы вот в таком состоянии, извините, ну да, проблему как бы сиюминутную проблему, может быть, вы решите, но дальше, вот, что дальше, да, когда ситуация опять вызовет у вас гнев, а человек как бы будет ожидать от вас, ну, поведение, которое продвигает интересы другого, а не вас. Вот. Ну, что делать? Скорее всего, у вас опять будет гнев, вы опять взорветесь. Вот. Поэтому в первую очередь нужно учиться гармонично выстраивать отношения с людьми. Вот. Так, чтобы и у другого человека не возникало, ну, условно говоря, никаких таких иллюзий, можно сказать, относительно вас. То есть, чтобы другие люди знали, какой вы, чтобы другие люди знали, что вы, там, словно говоря, из себя представляете, да, вот, чтобы другим людям было как-то понятно, что от вас ждать. Вот, а мне кажется, что вы склонны подстраиваться под людей, вот, ну, пытаться себя сдерживать, вот, и в итоге из-за этого страдать. Вот, что, кстати, вполне, мне кажется, логично здесь. Вот. Следующий важный момент, на который я, пожалуй, хотел бы обратить ваше внимание, это мотивация извиниться. Одно дело, если вы извиняетесь, условно говоря, потому что понимаете, что не хотели поступать так, как поступили, да, не хотели говорить того, что говорили, вот, и, собственно, просто вот так вышло. Это один момент. Но другой момент,
Когда вы изменяетесь с чувством вины, боясь потерять человека. Да? Поэтому исходить нужно из этого. Если есть чувство вины, с ним нужно поработать. Как правило, это подавленная злость. Ну, как вот, как правило. Как правило, речь идет об этом, про подавленную злость. Поэтому работать нужно с этим. И когда и если с этим будет проведена работа, да, вот, то я думаю, что вы сами сможете, в общем-то, достаточно легко подобрать слова для того, чтобы выразить свое отношение к тому, что произошло. А человек, если ему важно, он, конечно же, вас простит. Тут нужно еще понимать, что не всегда у человека есть ресурс для прощения. Не всегда. Иногда бывает так, что простить человек не может нас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.